Воспитанников детского дома-интерната «Забота» микрорайона Московского поджидал приятный сюрприз. В рамках тура по Северному Кавказу к ним приехала заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии, певица Зара. Ребята стали полноценными участниками ее представления, не только слушая популярные композиции, но и задавая гостям разные вопросы. За мероприятием наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. По словам социальных работников Карачаево-Черкесии, это был первый случай, когда представитель эстрады решил навестить воспитанников подобного рода учреждения. В доме-интернате микрорайона Московского был в этот день настоящий праздник. К особенным деткам приехала заслуженная артистка России, певица Зара. Свободно от концертов день она нашла возможность, чтобы встретиться с почти сотней ребятишек из Жигутинского района республики. Такие праздники такого масштаба устраиваются крайне редко, но хочу отметить, что вот как раз для адаптации, для социализации наших деток, для наших особых деток, это будет крайне важно и очень значимо. Хотела бы выразить огромную благодарность за то, что она нашла время приехать к нашим детям, к нашим воспитанникам, за то, что она решила подарить эти минуты радости и счастья нашим детям. Детки сразу приняли новую гостью как хорошего друга, которого можно, не стесняясь, о многом расспросить и получить искренние ответы. Зара, расскажи, как ты достигла таких невероятных успехов? Моей работой невозможно заниматься время от времени. Ты сразу выпадаешь из колеи. А если ты постоянно самосовершенствуешься, все время репетируешь, выступаешь, у тебя большой коллектив, у тебя ответственность, то рано или поздно, ну дай бог, конечно, приходит и обратная реакция. А обратная реакция – это признание и любовь зрителей, за что я им очень благодарна. Спасибо. Такого количества разнообразных вопросов гости республики не задавали, наверное, на иных пресс-конференциях с участием представителей средств массовой информации. И Зара с удовольствием отвечала на каждый. После выступления новые поклонники певицы еще долго не хотели отпускать ее. Настолько сильно им понравилось общение. Это такая для нас большая радость, для всех нас. И хотим тебе пожелать дальше в твоих продвижениях. Я была так счастлива, что все как-то так органично сошлось, и дети были хорошо настроены, в хорошем настроении, как они выступали, как они старались. Я не знаю, когда такие мероприятия проходят, кто больше получает эмоции, артисты или зрители? Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район.